Мардо на широкую ногу отметил День города, в рамках которого свое творчество представили как местные коллективы, так и приглашенные артисты. Среди хедлайнеров была группа «Ляпис Трубецкой», за концертом которой вчера вечером наблюдали сотни людей, как жители Мардо, так и те, кто специально приехал послушать выступление коллектива, деятельность которого была воссоздана в этом году после 8-летней паузы. Да, вот такие вот новости. И именно благодаря вам, точнее, даже не то, чтобы благодаря вам, это просто хочется сказать, что это наша общая заслуга, что наш сюжет с вами добавили в выпуск вечерних новостей. Не каких-то там местечковых, скажем так, а именно вот актуальная камера. У меня еще и дедушка, когда был живой, все смотрел я. Вот. Так что у меня даже какая-то это слезинка гордости по щеке сейчас стекла. Вот. Вообще неделя довольно хорошо началась, хочу вам сказать. Потому что нас, я уже о себе во множественном числе, да, говорю, что меня вызвало начальство в понедельник. Сказали, что меня повышают должности, хоть я этого не просил никогда. Для меня должности вообще никогда не имели никакой-то какой-то главенствующей роли. Но можете меня поздравить, наверное, не знаю. Теперь я ваш покорный слуга, не просто инженер по тестированию, а сеньор QA, сеньор QA инженер. Да. Вот, что еще хорошего? Еще хорошего, что как раз на этот концерт, на который мы с вами едем, ну, точнее, мы не на сам концерт едем, а туда также приехал наш зритель, с которым мы плотно общаемся, он не постеснялся, он мне лично написал, и вот он приехал сюда, в Таллин, да, на концерт, и заодно и повидаться с долговязым Антоном. Мы с ним когда позавчера виделись, прогулялись немножко по центру города, может быть, еще прогуляемся, если будет время. Вот. И он сейчас там находится на концерте. И что-то мне подсказывает, что мы не сможем так уже близко подойти, как в тот раз, потому что, ну, вы сами, наверное, видели, сейчас там парковка была на пустыре, где, собственно, я живу. Давайте слезем здесь. Оп. Или не слезем. Оп. Опа. Жик. Ах, мог и не слезать, наверное. Вот, видите, да, как тут парковочка организована. Знаки стоят, остановка запрещена, чтобы вот это Нарвское шоссе не было особо так перегружено. Вот, да. Что сразу вот мне бросается в глаза, что Рамштайн, конечно, ждали. Потому что, мне кажется, конечно же, да, на Тиесто, на диджея Тиесто вряд ли, наверное, много народу пошло. А тут все-таки Таллин, я думаю, и финны, наверное, приехали. Ну, раз вот ребята из России приехали. Вот, у меня вообще много коллег, кто фанат Рамштайна. Вот, сам-то я вообще никогда не был фанатом. Я вам еще в тот раз говорил, что буквально там пара треков мне нравилось. И все. Так, ну что? Да, смотрите-ка, да? Хотя репертуар Рамштайн я так неплохо знаю. Ну, в смысле, может быть, последние альбомы только не слушал, но они вообще, по-моему, все их знают. Ну, наверное, поэтому они и популярны, да. Но сам бы, конечно, не хотел бы пойти. Вот если бы Продиджи бы приехали бы в старом составе, конечно же, когда там Кейт Флинн там и все такое, то я бы, я думаю, с радостью бы пошел. Вот местные жители выходят уже, за голову держатся. Давайте, наверное, здесь остановимся.
и пешком пойдем. Вот здесь бабушка вот стоит. Чувствую, сегодня будет ей не до сна. Даже смотрите, даже самокаты теперь с этой стороны, видите, поставили. В тот раз на Тиесто не было такого. Еще забавный факт такой, что улицы вообще не закрывали для концерта. Иногда так делают, позволяют себе, но не в этот раз. Что только, как вы видите, ограничили движение до 30 км в час. Ну, попробуем пройти. Кто-то, смотрю, грязно, испачканный выходит. Наверное, пытались там как-то прорваться. Но опять же повторюсь, я не думаю, что там что-то будет видно. Все сделано умно. Хотя, наверное, думаю, жителям вот этой вот многоэтажки, наверное, все прекрасно видно. Хотя, вы знаете, может быть, во мне это моя мнительность говорит, что, может быть, пройти-то просто рядом можно. Это просто как... Просто сотрудники стоят и просто смотрят, чтобы порядок был. Ну, вон, да, господи, все вон там смотрят, все окей. Ну, вон, смотрите. Круто, да? Посидеть так. Однозначно больше народу, однозначно более эпично, конечно, все. Peace.
Под этот трек можно, я думаю, возвращаться обратно, потому что у меня сразу же эти флешбеки к фильму «Лили навсегда», поэтому надо срочно отсюда выдвигаться. Ну, вообще, я представляю, какая там атмосфера. Такое ощущение, что по такую музыку сейчас вот эта вся толпа, она просто возьмет и штурмом возьмет Певческое поле. Военная полиция здесь дежурит, смотрю, все как положено. Если такого не было вообще в помине, конечно. Насколько я в курсе, по-моему, этот концерт несколько раз переносили. Или один раз переносили. По-моему, он должен был быть в 2020 году, но из-за коронавируса его перенесли. И вот, наконец, сейчас его провели. Да. И те старые билеты действительно. Многие уже продавать их стали, думали, что никогда не будет, но нет. Опа, здесь, смотрите-ка. Не пройдешь. А у меня спина, попо. Опа, 95-й подешевел опять. 1 евро 95 центов. Концерт? Честно говоря, я думал, что мы все, что можно, только пропустили, потому что, насколько я знал, что концерт начинался в 17 часов. Я вообще никогда не был на подобного рода концертах, прям настолько больших. Вот Iggy Pop, когда приезжал, да, пришел, у него на разогреве там поиграли эти «Последние танки в Париже», кто знает такую банду. И после них сразу же этот самый Iggy Pop вышел и все, отыграл свою классную программу со своей офигенной группой The Stooges. Ну ладно, вот. И поэтому я думал, что здесь тоже в 17 часов кто-то на разогреве сыграет, какая-нибудь местная группа. И все. Вот. Но по моим ощущениям, что походу они
начали играть где-то в 9, там, 30, где-то так. Же полиция тоже. Ну, рок вообще всегда, наверное, ассоциировался с, как бы, пьяненькие драки там и все такое. Вот, потому что, наверное, на тесто все-таки такие добрячки ходят. А рок, да. Выпить, подраться. Как там в той песне говорилось. Никто не говорит тебе, что пиво пить нельзя. Но только вот зачем же напиваться, как свинья? А, нет, это не полиция, это скорая. Вот, 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 видите как? Здесь, ой, сейчас не могу показать. В общем, машины вообще, где только можно стоять. Даже вот у нас на парковке, там же часть бесплатная. Часть парковки бесплатная, как бы просто как бы для гостей. Там тоже вот ставят. Ну и нормально. Наша мама ходила вот траву собирать. Кроличку нашему. Говорит, что там аж какие-то... Что-то там вырубили даже под парковкой. Именно вырубили. Может, наконец облагородят, раз больницы там больше не будет. Так. Ну ладно, надо закругляться. Так что, ребята, неделя отлично закончилась. Ой, отлично началась, отлично продолжается. Я свято верю, что следующая у нас остановка, не следующее видео, а остановка, куда мы вот именно поедем, будет все-таки Палдиски теперь сам, потому что все, теперь я морально готов туда ехать. Так, никто не поворачивает, справа-слева никого. Вот. Но, тем не менее, хочу сказать, что спасибо, что прогулялись со мной. И еще раз спасибо за все ваши труды. Вот нас с вами увидели. Это как бы победа. Но пасаран и все такое. Так что вот так, да. Всем рок, ребята. Увидимся с вами совсем скоро. Всем покедушки.